Всем привет! Как дела? Как настроение? Как выходные проводите? Пишите в комментариях, пообщаемся с кем не знакомо, заодно и познакомимся. Хотела сказать, каждый день на моем канале прикольные классные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну а сейчас анекдотик. Приходит мужик к зубному, доктор, у меня зуб болит, ну не могу, сделайте что-нибудь. Доктор, так у меня рабочий день закончился. Мужик, доктор, ну дайте какой-нибудь совет. Доктор, да, без проблем. Вы возьмите веревку, привяжите к концу и дерните со всей силы. На следующий день звонок из реанимации к стоматологу. Это вы посоветовали нитку к концу привязать и дернуть? Да, я посоветовал. А теперь дайте совет, как этот конец на место пришить.